Основными функциями Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений являются фиксация в автоматическом режиме нарушений правил дорожного движения, а также оформление постановлений по делу об административном правонарушении, которые подписываются в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации электронной цифровой подписью и направляются по почте собственникам транспортных средств. Развитие системы автоматической фиксации административных правонарушений способствует профилактике распространенных нарушений правил дорожного движения. Город перегружен транспортом, людям транспортные средства ставить негде, и многие недобропорядочные граждане ставят там, где им нравится, допустим. Если установлены дорожные знаки, остановка запрещена, которые запрещают остановку, многие люди как бы не обращают внимания и игнорируют данные требования дорожных знаков. Тем самым создается помеха движения других участников дорожного движения и образуются заторы. Несколько автомобилей ДПС регулярно курсируют через областной центр по улицам, где наиболее всего затруднено движение из-за автомобилей, припаркованных в зоне знака «Остановка запрещена». Данный комплекс автоматически осуществляет фиксацию транспортных средств, которые припаркованы в зонах действия знака «Остановка запрещена». Осуществляется это методом того, что в комплексе есть приемник GLONASS-GPS координат, который определяет местоположение транспортных средств нарушителей, сопоставляет их с базой данных GPS-координат этих дорожных знаков, зоны действия дорожных знаков, и тем самым определяет, стояло транспортное средство в зоне действия знака или нет. Существуют ситуации, когда граждане пытаются оспорить тот или иной эпизод правонарушения. Граждане жалуются, многие жалуются, то, что и знака не было, но у нас как бы есть полностью правовая документация подготовлена, и каждая жалоба получает свой законный ответ в удовлетворении либо отказе в жалобе. Простое соблюдение предписаний дорожных знаков позволит избежать автовладельцам выплаты крупного штрафа в размере до 1500 рублей. Уважаемые водители, не оставляйте свои транспортные средства в зоне действия знака 327. Помните, за данное правонарушение назначается административное наказание в виде штрафа 1500 рублей. И безопасных всем дорог!